когда выходим на лед. Кто в детстве заболел хоккеем, до сих пор болеет, во что трус не играет, и кто сказать посмеет, что команде нашей попросту везет. Вот и все, самый титулованный клуб. Ответ простой, ты помнишь тот первый золотой 98-й, чего так ждали и дождались мы с тобой. Потом 2006-й, и всем теперь понятно, что в Акбарсе игроки и тренер одна команда. Когда лед режут коньки и ревут трибуны, нервы натянуты как струны, до последней секунды матча. Пас